Химках в честь Дня России провели автопробег по городскому округу. Автовладельцы традиционно украсили свои машины российским триколором. Сегодня важный день в нашей жизни, нашей страны. Сегодня День России, праздник. Но мы, как добросовестные жители нашей страны, которые любим ее и гордимся ей, решили принять участие в автопробеге. Автопробег уже стал традиционным. Ежегодно к нему присоединяются десятки химчан и активисты партии «Единая Россия». Этот праздник для нас значит не меньше, чем 9 мая. Патриотизм в нас растет с детства, поэтому мы уже столько лет, как бы всю свою осознанную жизнь, собираемся, отмечаем с семьей, с друзьями этот праздник. Для нас это очень важно, нужно. И считаем, что детскому поколению тоже обязательно передать этот опыт. Мы собрались с активистами, жителями городского округа Химки, чтобы принять участие в автопробеге. Машины украшаем триколором. Далее отсюда мы поедем в городской округ Долгопрудный. Россия! Россия! Красочная колонна автомобилей стартовала от арены Химки, проехав по главным улицам и знаковым местам города. Маршрут завершили в Долгопрудном. Там участники акции присоединились к флешмобу в поддержку военнослужащих СВО. Александр Зель, Вильфрид Димковский, новости Химки ТВ.